Всем приветики! С вами канал Артмания. И сегодня мы идем на УЗИ. И заодно я пойду к своей педиатре, понесу ей такой вот замечательный подарочек. Такие вот конфетки я купила. И вот такой вот чай. Такой, смотрите, интересный прям чай. Если хотите, на него будет отдельный обзор. Вон вот тут вот дырочка, у него он пахнет очень нормально. Прям вот обалденный чай. Классный. Сейчас я положу обратно. И вот она, коробка конфет такая. А, вон нет, вот такая. Камильфо. Ну, вроде, насколько помню, они должны быть вкусные. Вот эти конфетки я помню, но я не помню их упаковку, смутно помню. Вот, такую же вторую я купила себе. Думаю, это тоже вкусненько. Вот. И я сейчас нахожусь у мамы. Часть сумки вот я собрала. Отнесу ее сейчас быстренько домой. Она тяжеленная. Просто тяжеленная. Вот. Сейчас я вот у мамы нахожусь. Если у меня две сумки, я еще забрала свое одеяло, потому что у мамы фиговое одеяло. Я очень сильно мерзну под ним. Даже летом. Вот. И сейчас я буду уже собираться уходить. У меня на голове, смотрите. Хотя нет, в принципе, так. Ничего. Ладно. Ничего так. Вот уже почти. Ух, там такая жара. Я проснулась, потому что спотела. Просто запарилась очень сильно. Все, собираемся.